Выбрав своим призванием греко-римскую борьбу, борец Сергей Семенов не прогадал. Вид спорта пришелся ему по душе, а природная особенность двигаться в направлении поставленной цели, не замечая препятствий, обеспечила борца не только признанием, но и серией престижных наград, самыми ценными из которых являются две бронзы Олимпийских игр. Свою первую бронзовую олимпийскую медаль спортсмен выиграл в возрасте 21 года в схватке с эстонцем Хейки Наби весовой категории до 130 кг на Олимпиаде 2016 года. Ну а вторую бронзу он завоевал на следующей Олимпиаде 2020 в Токио, где, проиграв в 1/4 финала, он все равно получил возможность бороться за медаль. И свой шанс борец не упустил, победив по очкам представителя Чили Ясмани Акоста Фернандеса. Детальный разбор карьеры борца смотрите по ссылке в закрепленном комменте.